Знакомьтесь, Ричард Кастелейн, предприниматель, писатель, издатель, специалист по новым технологиям и завсегдатай TED-конференций. Ричард Кастелейн является основателем, издателем и главным редактором ведущего онлайн-издания Blockchain News, директором Hackatarians Foundation, соучредителем и директором образовательной компании Blockchain Partners. В 2013 году он основал хакатон-платформу HackFest. Не так давно Ричард стал партнером компании Crypto Assets Design Group. Он является членом Королевского общества искусств Великобритании RSA и членом Королевского телевидения Великобритании RTS. Выступал экспертом и судьей для сотни стартапов в программах Horizon 2020 и UK Technology Board. Ричард часто выступает на различных мероприятиях, посвященных теме блокчейн и медиатек по всему миру. Профессиональные интересы Ричарда Кастелейна затрагивают весь мир, от канадской национальной прессы «Арктика» до Карибского моря и Европы.